Внимательно всмотритесь в эти архивные кадры немецкой аэросъемки Брестской крепости. Рядом с казармами 125-го стрелкового полка, где разместился патриотический центр, находилось одноэтажное здание, как оказалось позже, возникшее в межвоенный польский период. Его немцы стерли с лица земли, и только во время земельных работ в ходе строительства фундамент с гладко выложенной плиткой показался наружу. Должна была быть площадка для лазертага. И вот снимали верхний грунт и обнаружили плитку, почистили, оказалось фундамент. Именно на этом фундаменте приступят к строительству второй очереди патриотического центра. Это будет учебный корпус, который ранее предлагали разместить в казематах. А пока же финальные штрихи перед предстоящим большим открытием первой очереди трудовой десант из игроков хоккейной команды президента во главе с главным тренером и сенатором Дмитрием Басковым присоединились к благоустройству прилегающей территории. Сперва высадили липовую аллею, а также вместе с брестской молодежью позаботились о порядке у подъездных дорожек. В первую очередь я хотел бы от хоккейной команды президента, от себя лично поблагодарить всех тех, кто изо дня в день трудится здесь для создания патриотического центра молодежи. Мы, в свою очередь, своим личным примером закладываем подрастающему поколению любовь, уважение, гордость и ответственность за свою родину, за ее прошлое и за ее будущее. Планируется, что ежегодно молодежный центр будет принимать порядка 7 тысяч школьников в составе белорусских и международных смен, а в летнее время смогут развернуть палаточный городок на еще 500 мест. На благотворительный счет на создание патриотического центра молодежь перечислила свыше 900 тысяч рублей, а трудились рекордные 2700 добровольцев. В этом году мы празднуем 20-летие о возвращении к традиции всебелорусских молодежных строек. Первой такой стройкой в 2004 году была стройка Августовского канала в Гродненской области. И, конечно, вот эта юбилейная дата позволила сегодня на платформе созидательного труда эффективно воспитывать наше подрастающее поколение. Мы знаем о том, что этот пример берут и другие страны на вооружение, и ближайшие наши друзья Российской Федерации, и Казахстан, и Узбекистан. И уже даже на этом центре отработало ряд наших коллег из государств СНГ. Масштабировать белорусский опыт студотрядовского движения и сохранение памяти молодым поколениям призвал президент Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств участников СНГ в Москве. Один из примеров эффективной интеграции, который привел глава государства, как раз возрождение интернациональных молодежных строек. В каждом успехе совместный вклад наших народов. Эту историю мы просто обязаны передать из рук в руки тем, кто придет после нас. И здесь мало рассказывать, писать книги, снимать фильмы. Надо сохранить уровень простого человеческого общения. Этой задаче, к примеру, отвечает возрождение интернациональных молодежных строек в рамках Содружества. Такую традицию мы вернули в Беларусь. Например, в Брестской крепости продолжается молодежная стройка Республиканского центра патриотического воспитания, в возведении которого принимает участие молодежь СНГ. Уже с середины ноября планируется приступить ко второй очереди строительства Республиканского патриотического центра, которое включает создание столовой, учебного корпуса и реконструкцию казематов, где разместят материально-техническую базу. По своему наполнению, а главное, памятному и идейному содержанию, патриотический центр в Брестской крепости не будет иметь аналога в мире. Кристина Протасовицкая, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ.